Могу я предложить сыграть в Warlock? Пока тебя не было, йомс-викинги воевали за других ярлов. Вот их плата. Так что ты тут делаешь? Нужны бойцы. Обращайся ко мне. Я позабочусь о том, чтобы они всегда были готовы к битве. Мне нужно сделать пару изменений. Удалось найти бойца? Ладно, зови моего йомс-викинга. Мне пора. Увидимся. Здравствуй! Доброго дня! Я вижу тебя впервые, друг. Что привело вас сюда? Вы торговцы? А, здравствуй! Ты глава этого чудного поселения. Мы здесь от имени Тысячи Глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно, а то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь в том. Ясно. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер Тысячи Глаз. Глава нашей гильдии. Легенда. И герой нашего народа. Богатейший купец к западу от Инда. Сам Реда. Он о тебе? Верно, брат Волка. Рад, наконец, встретиться с тобой. Кажется, я тебя знаю. Может, встречались в другой жизни, но, думаю, у меня просто такое лицо. И чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто.
За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Эти купцы принимают только опалы. Интересный цвет. Камень редкий? Реже, чем честные люди в Англии. Не упусти шанс заполучить опалы. Они крайне ценны. Подходи же, посмотри на мои товары. Выбор и крайне удачный. Товары разбирают быстро, все меняется каждый день. Раз мы с тобой теперь друзья, тысяча глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. В странствиях тебе не раз повстречаются люди, одетые точно так же. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Выполнишь? Получишь достойную награду. Возможно, я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Интересное предложение. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да, и не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи! Всегда приятно встретить доброго человека. Веди таких сюда, если увидишь. Реда, чем ты занимаешься? Да всем подряд. Я человек безграничных талантов и мастерства. Я продаю редчайшие предметы на свете. Они столь ценны, что не задерживаются у меня дольше, чем на пару дней. Но плату принимаешь лишь опалами? Их что, так много в этих землях? Да, только ими. В Англии этих камней маловато, но заработать их тоже можно у меня. Моя гильдия, тысяча глаз, платит за работу опалами. И у меня всегда найдется пара заказов. Что предложишь сегодня? Доброго дня!
У тебя есть для меня заказ? Новый день, новая работа, которой нужны зоркие глаза и склонность к насилию. Займешься? Тебе же приходилось убивать? Значит, все будет хорошо. Я поставил на твой успех, так что не подведи, а то разоришь. Мне пора в путь. Прощай. Да помогут тебе боги. Кто-то украл у меня деньги. Зеленые следы. Детские. Что это? Там в лесу явно творится что-то странное. Святого Мартина, скрытую вечными сумерками. Вы здесь живете? Без родителей? Сколько вопросов. Сперва поднимайся. Вот ты и в земле Святого Мартина. Персонитр колдролист. Er það góldrin eða vettir sem heila? Hvað myndi gerast ef Þór og Sýðir vegi jórmungan? Myndi veról bregðak? Я думал, все получилось. Вы быстрые.
но вести себя надо потише. Эх, сорвалось. Мы вернем тебе все, что взяли, но сперва выслушай нашу историю. Когда-то, давным-давно, в одной далекой стране жили-были сестра и ее брат. Не перебивай ты. Да, сестра и брат. Они беззаботно жили в земле святого Мартина, уплетая вкусные бобы. Много бобов и пирогов. Но жизнь стала тяжелой. Нет бобов, нет пирогов, и приходится нам брать чужое. Мы хорошие, но голодные. Прости, Верзила. Чего не сделаешь, чтобы выжить? И ради семьи позволено многое. Ты мудр, Верзила. Возьмите. Это не так вкусно, как бобы, но голод утолит. Хотя бы на время. Правда? Это долг всех, Верзил. Заботиться о мелюзге. Держи, Верзила. Ожерелье? Да, печать святого Мартина. Тебе здесь всегда рады. Ты теперь один из нас. Заходи, ладно? Ладно. До встречи, зеленая мелюзга. Нужна твоя помощь, Сюнин. Thank you.
конец. Ты умрешь. Не стоит привлекать внимание.
Иди, пожалуйста. Благодарю тебя, Эйвор. Расправь крылья, Сюнин.
Ладно, ладно. Но лишь потому, что у вас такой хороший вкус. И это случилось очень давно. В оазисе посреди далекой пустыни. В таинственном и чудесном месте, где стоял храм скрытому богу. Тот храм охранял один гордый человек с благородным сердцем, но простого рода, защитник священной мудрости. И была у него жена, ученая, что проводила время, читая древние труды и познавая тайны пустыни. Был у них и сын, которому хотели они передать свои умения и мудрость, чтобы взял он от них все лучшее. Но так случилось, что их храмом захотел завладеть король той земли. Защитник попытался этому помешать. И была битва. Мальчик погиб, а храм был захвачен. Убитые горем, защитник и ученые не смогли больше быть вместе. Этот их король просто Эрги, трус. Его самого надо убить. Совершенно верно. Защитник с ученой долго шли разными дорогами, и каждый искал способ отомстить за сына. Но поодиночке они нашли только горе и боль. Друг без друга они могли лишь рыдать и проклинать судьбу. Много лет прошло впустую. В конце концов, они вновь встретились и обнялись, как бывало прежде. Тогда-то они и поняли, что делали не так. Лишь союз, от которого родился их сын, мог теперь принести им победу. Защитник научил ученую сражаться, ездить верхом и читать следы, а та передала ему свою мудрость и знания. Они все делали вместе, ходили, ели, спали и занимались. Никогда их не видели порознь. Но как-то пришли они на берег одной реки и поняли, что научили друг друга всему, что знали. Они поцеловались и вновь разошлись. Она ушла на восток, а он на запад. Больше их никто не видел. Но говорят, что раз в год на то самое место прилетает пара орлов. Они сидят там и смотрят на воду. Жители тех мест любят этих орлов и считают их появление добрым знаком, символом защиты. Они стали птицами, как Локи стал лососем. Возможно. Еще говорят, что орлы – дети той пары, рожденные от обреченной любви. Но точно никто не знает. Хороший рассказ. Очень красиво придумано. Придумано? Все мои истории почти полностью правда. Добрый день, добрый день! У тебя есть для меня заказ? Ты деньги за это сможешь получить и развлечься заодно, скорее всего. Возвращайся, когда будет настроение. Что предложишь сегодня? Не забудь нашу руну верности. Потом пригодится. Еще увидимся. Ты иди, а мое место здесь. А, это ты, Живака?
Рада встрече. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, увидишь новые лица. Дан и Грэнт и Бридшир теперь наши союзники. В том мне поклялась их Ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. Ей нет равных в бою и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Прекрасно. Я рада. Эйвор, слушай, кое-кто решил обосноваться рядом. Кажется, торговец. Да, знаю. Рада. Странный парнишка, но располагает к себе. Думаю, с ним будет веселее. Не терпится узнать его получше. Посмотрим на карту союзов. Я передумал. Мне пора. Говори, или я скормлю тебе твой язык! Может, ты поможешь мне найти Хайсома? А зачем он тебе нужен? Он ждет меня с товарами из Ирландии. Моим судам позволят здесь пристать? Азар! Вижу, ты и Эйвор уже встретились. А, так ты и есть Эйвор. Значит, у меня для тебя весть из Ирландии. Я никого там не знаю. Это письмо от короля Дублина. Увы, оно, кажется, пропало. Король Дублина? Зачем бы ему мне писать? Он хочет расширить торговлю с Англией. Вот для чего я, собственно, здесь. Азар с востока, но живет в Ирландии. Что до торговли, Азар, королю следовало написать Рандви. Он сказал, что Эйвор знает его и просил сопроводить тебя на пути туда. Я не знаю никаких королей и не собираюсь в Ирландию.
Но сперва, Азар, тебе нужно построить торговый пост. И где твой корабль? А, да. Увы, у нас случилась неприятность. Наши соперники перекрыли судам путь вверх по реке. Это повредит всему Рейвенсторпу. Жди здесь, я ими займусь. Как видишь, Эйвор любит действовать быстро. Найди меня, когда река будет свободна. Конечно, друг мой. Спасибо, Эйвор. А я пока разыщу письмо короля. Ты все твердишь, будто я знаю какого-то короля. Что за вздор? Куда делись остальные? Да что за король может слать мне письма из Ирландии? То, что нужно расчистить. Происходит.
Это собьет с них спесь. Thank you.
наверняка свободна. Тогда надо узнать, что это за король дубля. Азар, река чиста, не считая пары тел и кучки досок. Твои товары скоро будут здесь. Значит, слухи о тебе не лгут. Хотя мне так и не ясно, почему ты брат волка. Из-за шрама на шее. А, тогда меня вызвали бы Азар с одним глазом. Спасибо, Азар, с одним глазом. Мои люди помогут тебе построить пост. Значит, я дважды у тебя в долгу. Передумаешь насчет Ирландии, ищи меня на торговом посту. Когда его построят. Кстати, твое письмо нашлось. Вот. Барит жив, он король Дублина. Норны не перестают удивлять нас. Эйвор, ты все же собираешься в Ирландию? Азар, я же не мог знать, что король мой родич. Но ведь так веселее, разве нет? Ты не любишь загадки? Признаюсь.